Эй, привет! Меня зовут Джордж, и я лучший друг Рики, самая любимая его игрушка. Так как я его самый лучший друг, я знаю о нем все. И сегодня я отвечу на 5 самых задаваемых вопросов. Рики, ты готов? Рики готов, и я буду отвечать. Поехали! Так, ну что, и первый вопрос, откуда взялся у вас Рики? Откуда? Родился? Итак, идем дальше. Второй вопрос. Что любит кушать Рики? Рики любит кушать тропические фрукты. Ай, Рики, перестань, дай я расскажу. Рики любит кушать тропические фрукты, овощи, любит кушать печеньки, конфеты и молочку. Он очень любит йогурт. А тропические фрукты, давайте вы угадаете, какой самый любимый его фрукт. Напишите, ай, Рики, напишите в комментариях. Самый любимый фрукт Рики. Но он есть все, как и люди. Ему нельзя мясо и много-много конфет, потому что он ребенок еще. Посмотрите на этого ребенка в подгузниках. Я даже без подгузников. Рики, смешно, но ты еще ребенок. И не трогай меня, перестань. Зачем ты меня трогаешь? Пусти. Я с подписчиками разговариваю. Третий вопрос. Сколько лет Рики? Рики скоро будет год. И он станет уже большим. Ему скоро будет день рождения. Где-то через месяц. Я просто забыл. Рики, когда у тебя день рождения? Он тоже не знает. Эй, ребята, и четвертый вопрос. Какой породы эта мартышка? Рики, какой породы? Я скажу. Это зеленая мартышка. Порода верветка. Да, Рики, ты зеленый? Итак, ребята, у нас остался последний, финальный вопрос. Отвечаю, сколько стоит Рики? Где можно купить такую мартышку? Отвечаю, Рики бесценен, и мы его не продадим даже за 100 тысяч долларов. А в интернете такую мартышку можно найти за 2000 долларов. Но Рики мы очень любим и никогда не продадим. Да, Рики? Рики... Я тебя очень сильно люблю. Ну что, ребята, я ответил на 5 вопросов. Всем пока. Еще увидимся. До новых встреч. Пока-пока.